Всем привет, с вами Юрчик Огурчик. Я вам забыл кое-что сказать. У вас, наверное, есть такая проблема. Когда вы скачали эту игру, Star Wars The Complete Saga, Лего Звездные войны, полная сага, у вас очень мало памяти. Вот написано, объем встроенной памяти недостаточен. Очень мало памяти из-за этой игры. Я вам скажу, как освободить очень много памяти. Это очень просто. Освободить память, чтобы игра нормально работала. Мы заходим в загрузки и удаляем кэш и апк. И ничего с вашей игрой, уверяю вас, не случится ничего с вашей игрой. Она будет полностью в порядке. Так, удаляем кэш и файл. В загрузках удаляем. Вы действительно хотите удалить? Удаляем. Вот это там сколько? 1,17 гигабайтов. Мы это удаляем, естественно. И тогда вот ничего нет. Видите, объем встроенной памяти сейчас уберется. То, что недостаточно. И у нас будет полно памяти. Так, что он тут должен? Ну давай, пожалуйста. Что ты? Да, все. Видите, убралось. Теперь у нас достаточно памяти, а игра. Игра нормально работает, как и работала в прошлый раз. Игра не удалилась, ничего с ней не случилось. Все с ней в порядке. И вот так у вас памяти достаточно. В начале, когда вы скачали игру, у вас очень, стало мало памяти. И вот, и это очень просто. Все, у вас теперь памяти очень много. Когда вы скачали, мало памяти, и все. И у нас освободилась память. Я тоже сначала, когда это удалял, вот эти два файла, я думал, то, что сама игра удалится, я боялся, но я это сделал, и игра не удалилась, все в порядке. И памяти полно. С вами был Юрчик Огурчик. Пока.